Во-первых, действительно, медиа нуждается в таких историях, довольно длительных, на которых можно сидеть там неделями и месяцами, поэтому, конечно, это будет раскручиваться, собственно, самими средствами массовой информации. Во-вторых, такие страшилки нужны в том числе и политикам, да, Обама и Меркель, ладно там Обама, но и Меркель до сих пор называет одной из основных угроз человечеству эпидемию вируса Эбола, значит, в Африке, которая давно закончилась. Вот. Все нуждаются в таких вот историях, в птичьих гриппах, в коровьих бешенствах, и закончится это небольшая вспышка, надеюсь. Будет какая-нибудь другая, и постоянно будут про это писать и рассказывать. Но, вообще говоря, система противодействия эпидемиям в мире после эпидемии испанки, значит, 100 лет назад, настолько стала совершенна, что, в общем, меня эти все эпидемии не пугают. Человечество научилось с этим справляться, что мы неоднократно видели за прошедшие годы.